Ребята, всем привет! Это очередной заказ моих полезностей на много баллов. Тут больше 100 баллов, я уверена. Ну что ж, во-первых, я заказала омегу 369, 30 грамм, 60 капсул по 0,5 грамм, артикул 157-22. Что она делает? Она оказывает антивозрастное действие, препятствует старению организма, благотворно влияет на состояние кожи, поддерживает ее эластичность, упругость, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и кровеносных систем. Вот, кстати, нервная система, вот тут хочется сказать, что вот, например, ребенок не может решить задачу, а может это из-за того, что омеги в организме не хватает, да, то есть я ее уже раскрыла, то есть она приходит в таких вот капсулках, в составе у нас идет льняное масло, которое применяется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудка, кишечника, щитовидной железы, сахарного диабета. Рыбий жир помогает организму восстановить жизненную энергию, снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает нарушение сердечного ритма и положительно влияет на состояние кожи. Масло семян амаранта – это источник сквалена, который способствует укреплению иммунитета и насыщает ткани организма кислородом. И также масло семян тыквы – это богатейший источник цинка, укрепляет стенки кровеносных сосудов и повышает их эластичность. В общем, я думаю, нам это надо. Далее у нас с вами идет под артикулом 157-10, 60 капсул. Значит, взрослым по 2 капсулы в день, запивая стаканом воды. Детям это нельзя. Если омежку можно деткам, то секреты Востока точно деткам нельзя. Так, значит, природой в организме заложена мощная защитная система, оберегающая от вредных воздействий извне. Иммунитет помогает справиться с болезнями, вызванными грибком, вирусами, ядами, бактериями. И вот как раз секреты Востока – это смесь масляных экстрактов из семян полезных растений. Да, то есть практически как омега выглядят, только может быть чуть-чуть покрупнее. Да? А вот еще часто говорят, что баночка не полная, мне не доложили. Ребят, ну я думаю, тут можно посчитать 60 на 60. Да? То есть вот. Далее, значит, в составе экстракты семян черного тмина, хельбы и корня кыст аль-хинди. Поддерживая защитные силы организма, помогает нормализовать гормональный фон у женщин и мужчин. Поэтому, в принципе, ее и нельзя деткам. Итак, дальше, ребят, взяла парочку штучек. Одну поставлю в ванную нам с Катюшкой. Мы с Катюшкой в одной ванной моемся. Вторую штучку маме. Уж очень мне понравилась эта кислородная пенка для очищения лица. Она просто нереально классная. Артикул у нее 5807. Она идет 175 мл. Очень красивая упаковочка. Присмотритесь, кто дарит подарок. У них у всех, у этой линейки идет гипоаллергенная отдушка. Вот такой вот белый красивый флакончик мы достаем. Значит, серия средств с максимальной концентрацией кислородного комплекса. Бесконечный источник энергии для самообновления кожи, ребят. Это пятое поколение нашей кислородной косметики. Да, такая вот пеночка. Практически без какого-либо аромата. Чувствуется какая-то еле-еле кислиночка. Что еще хочется сказать? Это очень действительно эффективное очищение кожи. Оно не сушит, а вызывает ощущение свежести, улучшает тон. Он делает сияющий и нежный, подходит для снятия макияжа и не раздражает слизистую глаз. Действительно, глаза от нее не щиплет, даже если где-то что-то чувствуется, что пенка попала в глаз, то нету таких вот серьезных каких-то неприятных ощущений. Да, чувствуется, что ой, пенка, надо быстрее смыть, но на самом деле никаких проблем нет. Далее, значит, тут идет в составе специальная технология, 3 уникальных компонента для доставки кислорода и активации его использования каждой клеткой для эффективного синтеза энергии. Также кислородный комплекс Новофтемо 2, наш знаменитый патент, который повышает количество кислорода в коже через несколько минут после насыщения и обеспечивает доставку в глубокие слои. И витамин С и глутатион, которые очищают внутриклеточное пространство и усиливают эффективность превращения кислорода в энергию. Мне действительно очень понравилась эта пенка, я прям хочу подсесть на нее. 5807, ребята. И хватает ее, в принципе, надолго, она очень даже экономная. Далее. Это у нас с вами идет масочка Detox для лица Beauty Lab с древесным углем, артикул 0276. Вообще линейка Beauty Lab, она очень обширная. Я люблю ее маски, я люблю очень, очень люблю и уважаю крем Blur, вот, и так далее, и так далее. И что хочется сказать, что вот именно эта маска с древесным углем, она освежает кожу, делает очень такой, от нее очень приятный свежий аромат. И это как экспресс-уход для уставшей кожи. Делается она 15 минут, смывает
смывается водой, кожа приобретает яркость, сияние, свежесть, как после полноценного сна, даже если мы устали. И вот как раз еще в составе идет древесный уголь, который абсорбирует поверхностное загрязнение, забирает избыток кожного жира и глубоко очищает поры, активизирует процесс глобальной детоксикации внутри клеток кожи. И также на Вовтему-2 насыщает кожу кислородом, да, активизирует процесс обновления клеток. Вот она такая, как вы видите, слой толстенький, но она не течет. И вот когда мы с вами ее наносим, да, то есть она очень комфортно ложится на кожу, скользит, и ощущение такое приятное, и запах какой-то свежести, хотя она такая черная, кажется, что она может неприятно пахнуть, но она очень классно лежит на коже, склизенькая такая, да, приятненькая, и плюс ко всему она действительно с очень таким приятным ароматом свежести. У нее, конечно, есть немножко недостаточек, когда вы ее долго продержите на коже, вот по краям она может начать подсыхать, и это не особо-то приятно, да, то есть, но я эту проблему, чтобы не тереть сильно лицо, решила, и видите, немножечко так морается, да, я решила как? Я, прежде чем снять эту маску, даже если она подсохла, я просто сбрызгиваю нашим кислородным спреем. Вот, кстати, и он с артикулом 0256, его же я беру на отдых и так далее. Далее, и в принципе все великолепно смывается, причем кислородный спрей еще усиливает действие маски, его можно и в серединке нанести, и в конце, и так далее. Далее у нас с вами такая вот линейка, которая в принципе не очень широкая, но отличнейшая, она очень понравилась моей маме, и мама захотела сама ее повторить, она сама ее выбрала. Это линейка Matrigenic 60+, она идет как каскадное действие на кожу с очень такими классными действиями. Это вообще полностью вся линейка идет как биомиметическая косметика для очень зрелой увядающей кожи. Вот, например, крем-компресс ночной Matrigenic с артикулом 0759. Он с очень богатой формулой ночного крема-компресса, каскадного действия, который сочетает передовые технологии и высокоэффективные ингредиенты. В основе крема собственная разработка лаборатории Faberlic. Это инновационная биомиметическая эмульсия, сходная по строению с липидным барьером самой кожи, которая обеспечивает каскадное восстановление дермы. Активный комплекс Matrigenic 14G реактивирует 14 генов красоты, запускает механизм естественного омоложения кожи на генном уровне. Также очень насыщенный и маслянистый крем гарантирует зрелой коже роскошное ночное питание. Утром лицо действительно выглядит куда свежее, нежели без него. Также кислородный комплекс Novoftemo 2 и богатая маслянистая текстура обеспечит коже комфортно всю ночь, быстро впитывает, не оставляя следов. Значит, применяем мы на очищенное лицо. Все это здорово сочетать, вот эту линеечку целиком, да, вот если, например, на 8 марта, например, вы будете дарить своим мамам, бабушкам, да, эту линеечку. Не забывайте подарить какой-нибудь еще скраб или гель-скатку, чтобы крем лучше подействовал. Нужно обязательно 2-3 раза в неделю скрабировать лицо, убирать ороговевший слой клеточек. Значит, он таким образом запакован, вот таким вот образом. И, значит, что получается? Наносим и ждем эффект. Значит, этот ночной крем, он действительно такой плотный, он действительно такой, знаете, классный. Запах у него, да, практически никакой, ну, потому что люди в возрасте уже не любят никакие там апельсинки, мандаринки, и у него запах, ну, я бы так сказала, его нет практически, чем-то свеженьким, легеньким, да, то есть я заказала, как вы видите, 3 ночных крема, и также заказала дневной крем обязательно, их я заказала 2 штучки с артикулом 0758, то есть этот крем, он не только восстанавливает, но он еще и защищает кожу. Также, что он делает, он способствует восстановлению треугольника красоты и освежает цвет лица. Легкая у него идет комфортная текстура, она может служить идеальной базой под макияж, что немаловажно. Возвращает коже эластичность, упругость, питает, увлажняет, защищает кожу от потери влаги и заметно выравнивает рельеф, улучшает качество кожи. Вот сейчас пока зима, пока мы никуда не поехали, пока не начались отпуски и не потребовались кремы с SPF-ом, а пока что зима, и мы февраль, да, в марте уже SPF-ы как-то вот более актуальны будут, да, поэтому мы вот решили сейчас вот за месяц, за полтора пройти. Ну, вот этот более такой водянистый, хотя вот тут я уже не вижу, чтобы он был, да, этот крем, то есть он полностью впитывается, а вот этот, он такой более водянистый, более легкий, более такой приятный. Я тоже хочу пройти этот комплекс 60+, но у меня до него не доходят руки, потому что постоянно
постоянные новинки. И, конечно, эти постоянные новинки говорят о том, что пробуйте меня, пробуйте меня. Вот и получается, что я не успеваю испробовать все кремы, и до этого у меня руки не доходят. Но я себя успокаиваю тем, что мне все-таки не 60 плюс, а 37. Дальше, артикул 0768, это тоже биомиметика для очень зрелой. То есть он идет 5 в одном, обеспечивает эффективный лифтинг кожи век, борется с морщинами, устраняет темные круги под глазами, снимает отечность, увлажняет и питает зону вокруг глаз. Ну, конечно, все мы с вами понимаем, что отечность может быть разная, да, уже к 60 годам есть какие-то приобретения не совсем приятные для организма, да, с которыми он борется и так далее. Поэтому наносить его нужно и утром, и вечером, и с дневным, и с ночным кремом. Вот их нужно было 3 заказать, но ничего страшного, я подзакажу. И он, значит, еще содержит в себе тот же самый кислородный, запатентованный наш комплекс Novoftemo 2, который увеличивает содержание кислорода в коже. А для наших тонких век это очень даже важно. Он уже идет без всякой защиты. Нанесу его на ночной. Да, то есть такой вот легонький, приятненький. Его надо совсем чуть-чуть, он уже начинает работать, это уже видно. И, конечно, вот с этим кремом, если толстым слоем нанесете, то он до конца не впитается, и вся косметика останется. Если, да, человек делает, вот мама у меня всегда любит яркий макияж, то ей, конечно, тонким слоем это дело нужно наносить, иначе косметика размажется. Вот, и последнее, это моя любимая маска, которую я, в принципе, периодически делаю. Я ее делаю не на постоянной основе, но там пару раз за месяц я могу ее сделать вместе с мамой. Но эти две штучки я заказала только маме, то есть стира свекрови. Артикул 0761, 50 миллилитров. Значит, это маска скульптор для лица, шеи и декольте. То есть вот одной такой маски, если по-хорошему наносить от груди до линии роста волос на лбу, то вам хватит одной штучки. Это я уже попробовала на себе. Артикул 0761. Значит, что она делает? Вот что мне понравилось, это то, что, во-первых, 20 минут она работает, затем нужно смыть теплой водой. Потом, значит, она идет как маска омолаживающая на основе морских водорослей, которая гарантирует быстрый результат. От нее действительно очень быстрый результат. Если вам за 35, попробуйте. Всего за несколько минут кожа очистится, появится ощущение свежести и увлажненности. И это действительно так. Значит, эта маска, она отшелушивает ороговевший слой и на лице, шее, декольте, и мягко, получается, все это снимает и открывает доступ к глубоким слоям кожи. В результате заметно повышается эффективность всех дальнейших этапов ухода. То есть вот если ее делать 3 раза в неделю, то у нас с вами появится интенсивное омолаживающее действие, восстанавливается четкость контура лица, восстанавливается структура эпидермиса, нормализует работу сальных желез, прекрасно очищаются поры, устраняются черные точки, стимулируется выработка коллагена и эластина, мягко отшелушивается ороговевшие клетки, повышает регенеративные функции клеток и повышает эффективность средств ежедневного ухода. То есть вот такое вот чудо. Конечно, если так, то надо было заказать маме 3 на первую неделю, но вот я что-то заказала 2, как обычно, немножечко мимо, да, с количеством. Также, смотрите, заказала я себе мицеллярную воду, это моя любимая вода. К аромату я не привыкла, но уж очень хорошо у нее действие, да, то есть тут красного винограда аромат, он не всегда всем нравится, согласитесь. Поэтому артикул 0831, он будет на любителя, но мне до такой степени нравится действие, что я как-то вот не стала больно сильно придираться к аромату, тем более, что я мицелляркой очищаю, потом же я тоником протираюсь или умываюсь, то есть этот аромат, он просто меня не беспокоит. Вот, это не крем, который там 10 минут запах может держаться. Далее уже показывала вам эти станочки, 910-060, заказала для запасничков, потому что те закончились. Мало ли пригодятся, они у меня есть, пусть лежат, не знаю даже когда пригодятся. Тут 3 штучки, полоска с дополнительно, которая смягчает зону бритья, плюс они идут с 3 лезвиями, узкая головка бритвы и так далее, в общем, хорошенькие станочки. Далее, конечно же, коралловый кальций, эта вещь делает воду более полезной, и, конечно же, она должна быть в каждом доме. Коралловый песок, серебро содержит, вообще-то минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды, 12 саше пакетиков по 1 грамму, 1 пакетик вы, получается,
кладете на 1,5 литра емкости воды, не распаковываете, не высыпаете, а вот так вот и кладете, вот вместе с бумажечкой, да, то есть эта бумажка, она не распадается, ничего с ней не случается, то есть это очень крепкая такая штучка, при намокании она вам не повредит ничем, да, вот, и получается примерно через 40 минут проток готов к употреблению, тоже очень полезная вещь. Далее, смотрите, это для меня уже не новинка, но я заказала, предварительно, конечно же, открыла, это все было в упаковке, ребят, ну, посмотрите, какая красота, кто еще не покупал, ни на подарки, ни для себя, побалуйте себя, окружающих, конфетами без сахара. Значит, тут идет шоколад молочный с кешью, фундуком, клубникой, малиной, кокосом, и шоколад темный, получается, с вишней, грецким орехом, лепестками миндаля, с ежевикой и цинжиром. Вот, также темный с какао-бобами, темный с апельсином, с кофе без сахара, и вот еще два молочных не назвала, клюквой и шоколад с манго, молочный без сахара, то есть такая вот красотища. Они не приходят раскиданные, потому что они еще были в целлофановой упаковочке, но я решила все раскрыть, чтобы уже не тратить время от своих драгоценных зрителей, чтобы зрители быстренько все посмотрели. Далее, та-дам-да-дам, это для меня новинка, это впервые на моем канале, такая вот термокружка, которая, в принципе, подойдет даже на подарок. Так, значит, она идет 500 мл, размер у нее 9 на 6 на 17,8, ну, можно сказать, удобный термос, да, тут можно пить из этой дырочки, или, если, например, у вас помада, то можно ставить соломинку, да, то есть как будет удобно. На самом деле он такой тяжеленький, потому что он идет металлический, цвет тоже классный, тот момент и на душе тепло. Ну, особенно актуально, вот мама у меня говорит, вот мы поедем поминать бабушку с дедушкой, возьмем с собой, вот, потому что это удобно, да, то есть открываете, а там у вас горячий чай, да, то есть здорово. На мое мнение, что тут вот оно защелкивается и абсолютно герметично и не выливается. Плюс прорезиненное дно, что тоже очень удобно. В общем-то, да, ну вот, будем пользоваться, да, тот момент, когда тепло. И на подарок очень красивая упаковочка у них, вот, классная, нигде ценничков, ничего не подписано. Далее, артикул 910-150, еще такая вот зелененькая, она идет тоже с надписью «Горяч не только ты», да, то есть и с другой стороны «Lovely Moments», то есть вот, видите, да. Ну, мне кажется, вот это даже чем-то посимпатичнее, но Катюша у меня вот прям такую захотела. Я говорю, зачем она тебе? Я буду из нее дома пить. Ну, в общем, поняли, да? Дочь у меня опять хочет, чтобы я ей все отдала. Не знаю, куда она это все дело складирует. В общем-то, все как будто бы вот смотрите, тут резиночка, да, есть, и оно должно быть герметично. Но нужно приноровиться закрыть ровно, чтобы не было под наклоном, и тогда оно будет герметичнее. Но я думаю, разберемся. Налили, можно потрясти, посмотреть, откуда-нибудь капает или нет, ровно-неровно мы закрыли. Как, в принципе, и все закрывашечки. Вот такая вот, ребят, красота. Дальше. Давно не заказывали батончики. Батончики все полностью закончились. Вот заказали кучку, значит, с коллагеновых батончиков, протеиновых, с белком и так далее, со вкусом клубники, 35 грамм, артикул 156-36, это правильное питание, они сладкие, вкусные, но они идут без сахара. И второй вид батончиков, это получается артикул 156-46, идут с кокосом, да, я вот люблю с кокосом. Далее, смотрите, заказала я кольпту жиросжигающую, которую, ну, это для людей, кому кажется, что у него что-то где-то лишнее. Мы ее пьем исключительно до и после спорта, как нам посоветовали. Вы видели, что я на своем YouTube выгружала уже 3 ролика про Скульпту, и все там очень даже понятно и классно написано и рассказано, поэтому обращайтесь, я с вами поделюсь этими записями, если вы сами самостоятельно не сможете найти на моем YouTube канале. Значит, артикул 157-13 клубничная. Мне нравится этот вкус, я пью с удовольствием, не на молоке. И артикул 157-14 это шоколадное. Они обе вкусные, не обе классные. Я их взяла всего лишь по 900 рублей по программе VIP. Если вы VIP 18, то у вас есть две возможности брать какие-то дорогущие продукты с 70% скидкой, и это очень даже здорово. Ну что ж, мои хорошие, с вами была Кононова Аня, и это был мой, пусть и короткий,
обзор заказов, но, как вы видите, он около 100 баллов где-то примерно. Куда-то я чек задевала и не смогла найти. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. Рада была, если вы досмотрели до конца и поставили мне лайк.